Так, что это мы задумали там? О, сейчас мы видим, как юные тарковчане охотятся. Они заманивают свою жертву на болото и ожидают ее из кустов. Самец, слыша звук самки, занимает куст рядом. Меченьки. Да он быстро пролетел туда. А этот в меченке сидит. Давай, хорошая. Ну вылазь. Ты сможешь, у тебя получится. У тебя не получится. Я тебя обманул. ГПшник. Оу. Фига себе. Миллионер, что ли? Новичков убил и радуется, да, точно. Еще один новичок. Это на меня он загрелся? Ну все, теперь они спрячутся, да? Надо вот этого убивать, который сейчас побежит от гранаты. Блять, он не убежит от гранаты, он дурачок.
Они кидаются куда угодно, только не туда, куда я хочу. The Day Before похоже на тапков будет чем-то. Выживалка, луталка, ПВП. Откуда они взялись? Звука не было, я резко топот такой, блин, лошадиный. Зачем? О, вот он, вот он. Это Буянов играет, чат. 100%, блядь. Бля. Вон трупы валяются, гляньте. А вот чел. Голова. И он выжил. Ждет уже, стоит другой челикс. Это не тот, которого я видел. Вот это тоже чуваки, кстати, стреляют. Вон, на холме чувака. Минус. Блять, справа кто-то ходит. Вон! Ботик, конечно же, тут. Кто это? Я теперь не слышу. Он бегал где-то справа. Где-то вот там. Перебежал он куда-то или нет, мы теперь не знаем. Забежал ли он к нам, может быть, или вот тут обходит. Хрен его знает.
Да, он к нам забежал. Так, 24-й меня интересует. Не, пушка вроде на месте. Ой, какие хорошие-то здесь. Красота. Это Хеклер, да? Угу. 17-й? На опыте никнейм у него. Так, с хакашечкой. Блин. Сумку бы. Кто-то бежит. Это бот. Ты там слышишь? Не воруй, блин. Блять, его бот уже полутал. Сучка. Ботик. Я же сказал, вайп завтра. Не спам в чате, пожалуйста. И не капси. Кто-то есть. Две тимы, что ли, даже? Чевык? Так, что это мы задумали там? О! Так, так, они легли в кусты! Блять, в мире животных, чат! Сейчас мы видим, как юные тарковчане охотятся. Они заманивают свою жертву на болото и ожидают ее из кустов. Самец, слыша звук самки, занимает куст рядом. Блять. Я многое в Таркове видел, но вот это, блядь. Вот этого я убил. Правого не уверен. А, не, он живой, сучка. Будет убегать, спасаться. Бля, он живой. Как? Пополз, пополз, смотри. Все, готов, блин. Я, будучи крысой, убил еще двух крыс в кустах. Считается ли, что я крыса? Кто я, блядь? Вот кто это? Киборг, блядь. Помноженный на вечность. Какой уровень? Тот, наверное, такой же, да? Ну да. Сверхслабые жулики. Да, особенно когда ты бежал бы по переходке, и по тебе бы зажало из кустов с двух АКСУ два типа. Так, а где тут они сидят-то обычно? Вот здесь? Нет, тут, наверное, неудобно. Или они вот прямо на выходе сидят?
Дверь открыта. Так и должно быть? Вот тут, где плакат с тетей. Так, подожди, где плакат с тетей? Вот тут? Типа вот так они встречают? Типа так выходит? Пу! Да? Ну, допустим. Читаю раз. Просто вот так бамс. Бамс. Ага. Ладно, ждем. Новое обучение проф игре. Да, постепенно вот обучаемся играть как нормальные игроки, блин. Без вот этой вот там беготни какой-то по локации. Что это? Как будто. Ну свет-то выключен, да, вроде? А, нет. Или да? Чел, прости, но это челлендж. Прикиньте, как он ненавидит эту игру. Ой, подожди. Слушайте, а может еще подождать? Что думаете? Хотя вот этот труп, мне кажется, насторожит людей. Оттащить бы вот его в сторону, но, к сожалению... Вот Марк после ночи свыше 1500 на стриме было. По поводу читаков не в курсе. Может, ночной стрим на американском сервере. В смысле, 1500 чего? Онлайна? У него 8000 онлайна. Человек. Это же топ-стример. Ну он там сидеть будет, он тут точно не пойдет, он же думает, что у меня ГПшка. А у меня ГПшки кончились. Я не брал так много ГПшек. Кажется, попал, да? Попал. Так. А кто это у нас тут? Углы не чекают, блин. На шифте бегают. Это же тактическая игра, блин, хардкорная. Как так-то, блин? Ой-ой-ой. Какая неприятность.
не доиграли, да, да. Ну, не стараются просто, на самом деле. Так, у тебя тут что? 10 Старкова за 5 минут, да. Знакомство с Старковым за 5 минут. Совет первый. Покупайте ледорубы. А мы хотели на таможку пойти, Аня, так-то. Я забыла. Ты не помнишь, да? Нет. То, что мы ключи поменяли, деньги взяли на машину. Пришли лутать офисы, да? Мы пошли на упавшего коня. Подожди, а куда мы можем? Упавшего коня? Пошли на упавшего коня. Два колодец вошли, может, работает? Так я знаю, что я взял сумку для таможни. Потому что мы хотели пойти на таможню, чат. Подожди, может, машина есть? Есть, есть. Пойдем на машину. Видишь, как я придумал? Репутацию покачать у диких. Угу. Как они тут, по-моему, как-то можно... А, так легко? Ёптать. Ёптать. Заслоты всякие качают силы, а потом легко запрыгивают. Естественно. Блядь, по мне снайпера! Не убей от меня! Аня... Аня. Аня. Ты погубила меня, понимаешь? Мы должны были идти на таможню. А нехрен прыгать.